Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для получения хорошего урожая зимового чеснока следует провести подготовительные работы по обработке грунта на месте высадки зубков. Лучше не рисковать, перестраховаться и пролить землю специальными растворами, чтобы вредоносные грибки погибли и чеснок полноценно рос и в дальнейшем долго хранился. Кстати, помните, что при выборе участка обязательно нужно учитывать правила севооборота. Нельзя высаживать культуру на одном и том же месте 2 года подряд. Итак, перекапываем грядку и рыхлим землю граблями и проливаем излейки одним из предложенных мной вариантов дезинфицирующих растворов. Первое. Можно обработать почву бордоской жидкостью, разведя 100 граммов вещества в 10 литрах воды. Второе. Приготовить раствор, смешав 4 ложки нашатырного спирта и 2 столовых ложки пищевой соды в 10 литрах воды. И третье. Смешать марганцовку, борную кислоту и медный купорос по 10 граммов в 10 литрах воды и пролить землю. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!